Прежде всего, конечно, надо улучшить инфраструктуру, это именно дворец спорта. В таких условиях, которые сегодня существуют в дворец спорта, играть на уровне высшей хоккейной лиги невозможно. Но нас заверили, что все планы будут после сегодняшней встречи и сегодняшней работы будут сделаны и будет принято решение, насколько мы в состоянии совместными усилиями сделаем все, чтобы хоккейный клуб «Липецк» участвовал в чемпионате в следующий сезон. А самое главное, не заработать какая? Очень сложно. Это дворец спорта. А вот именно в два дворца? Это очень большой перечень всех работ и требований, которые необходимы. Это пол регламента. Начиная от раздевалок, телевидения, обеспечения света, обеспечения мест для прессы, набор помещений необходимых, как судейская, тренерская, комната для допинг-контроля, сушилки, раздевалки, их размер, который указан в регламенте, необходимое количество душевых кабин и так далее и тому подобное. Входы, безопасность, камеры видеонаблюдения. Ну, очень много. Еще один маленький вопрос. Вы говорили, что вступить в ВХЛ будет с каждым годом все сложнее и максимальное количество команд 30. Не может ли получиться так, что Липецк как бы вот все-таки не попадет? У нас, скорее всего, иностранный клуб не попадет, а Липецк попадет. Спасибо.